Всем привет! Сегодня я решила немного похозяйничать на кухне. Решила приготовить сырники обычные, ничего сложного. Нам понадобится 500-600 грамм творога, 2 яйца, сахар 150 грамм. Тут уже на любителя, кто любит послаще, можете побольше сахара. Кукурузная мука, грамм 150. Я ее уже смешала с одной чайной ложкой разрыхлителя. И немного кукурузной муки для обвалки наших сырников. Приступим. Для начала я хорошо разминаю творог вилочкой. Я уже сделала несколько штучек, вот так, и поставила разогреваться масло. Сейчас будем жарить. Вот такие сырники у меня получились. Вернее, я решила приготовить сегодня бефстроганов. Порезала вот такими ломтиками мясо. Сейчас его хочу отбить, чтобы оно было немного потоньше. Я накрыла пакетиками и буду отбивать сейчас. Мясо я порезала вот такими длинными ломтиками. Солим. Перчим. Совсем немного я сюда добавила муки. Все это сейчас перемешаю. Это для того, чтобы, когда мы будем сейчас обжаривать мясо, оно покрылось корочкой. Мясо я обжариваю на сливочном масле при сильной температуре до золотистой корочки. Мясо уже обжарилось. Я его сейчас выключу и пока пусть оно постоит. Мы пока будем жарить лук и делать типа подливки. Лук я порезала кубиками, не сильно мелко, не сильно крупно. С небольшим количеством сливочного масла обжариваем лук. Лук немного обжарился, сюда я добавила томатную пасту, где-то столовую ложку. Все это перемешиваю. Сюда же я добавляю где-то 3 столовые ложки сметаны. Перемешиваем. Сюда же мы отправляем обжаренное мясо. Вот так у нас получилось. Все это я накрою сейчас крышкой и минут на 30 на температуре, на медленном огне. У кого огонь, у меня электрическая плита. Все это минут 30 будет тушиться.